Всем привет! Наконец-то к нам приехал новый шевер, обновленный Андис с артикулом 17205. На сегодняшний день шевер стоит 2640 гривен, а старый стоит 2560 гривен. Разница 80 гривен. Давайте посмотрим за 80 гривен разницы, что мы получаем, что они добавили новое. Если вы хотите приобрести шевер, переходите по ссылке zepsus.com, ссылка будет под видео. А также у нас есть очень крутая функция. Если вы нашли шевер дешевле, скидывайте ссылку, мы сделаем еще дешевле. Прекрасно, замечательно. Давайте мы его распакуем. Я вижу, с упаковкой шевер особо не парится. Шевер, говорю, Андис. Вижу. В комплекте у нас идет док-станция. А у старого не было, у нового есть. Сопроводительная документация, есть на русском языке. Щеточка. Очень круто выглядит, кстати, щеточка мне нравится, необычно. Есть разные переходники под разные розетки. Наш находится в самом начале. А также есть зарядное устройство. Длина шнура составляет 2,8 метров. Защелкивается очень легко до характерного звука. А также, если вы хотите стен, нажимаете кнопочку и снимается очень легко. И шевер наш. Защитный колпачок для транспортировки, чтобы не повредились сеточки. Как вам новый шевер? А ну-ка скажите. Как вам новый шевер? Пишите комментарий под видео. Мне очень интересно ваше мнение. Давайте поговорим про шевер характеристики. У шевера роторный мотор, частота строк 9000, титановая сеточка, гипоаллергенное покрытие. Сеточка у них одинаково идет. Если мы снимем, вот кнопочка находится с правой стороны, нажимаем кнопочку. Две независимые ножевые блоки. Очень легко снимается. Вот мы сняли. И поставили обратно. Вот, защелкнули. И мне нравится, не, неправильно одели. Да. И мне нравится, что они амортизируют. Кто не знает, они под 45 градусов идут. Чтоб удобно было проводить по коже угол. Ширина составляет 48 мм. Литий-ионный аккумулятор идет у шевера без химической памяти. Время работы идет 80 минут. У старого тоже идет 80 минут. Время заряда идет 55 минут, а у старого идет 2 часа. Есть LED-лампочка. То есть вы когда подключаете, кстати, можно подключить либо напрямую, либо через док-станцию, он будет заряжаться. Вот так вот. Когда вы подключаете, горит красный цвет. Когда он зарядится, горит желтым цветом. Весит машинка 90 грамм, а старый весит 140 грамм. Разница 50 грамм между ними. Материал у нас полимер. Вставки у нас резиновые, а у старого просто был полимер без вставок. Они не скользят, новые, я имею в виду. То, что резиновые вставки, мне это, кстати, нравится, удобно. То есть... Еще немаловажный фактор, то что я брал старый и новый, между ними разница есть, и несмотря на то, что частота строк одинаковая, то есть в звуке. Новый работает намного тише, чем старый. Старый так гудит хорошо, кстати, а новый не так сильно гудит. 80 гривен разница между ними. То есть что мы получаем? Получаем док-станцию. Весит машинка меньше, вставки у нас резиновые идут, чтобы они не скользились. Время заряда 55 минут, а у старого идет 2 часа. Работа у них одинаковая, 80 минут и у старого и нового. Вот все, весь разница. Я бы даже не глядя купил бы новый. 80 гривен разница и... Между ними колоссальная разница, можно так сказать. Тише работает, зарядка, док-станция в комплекте. Они молодцы, что сумму не так сильно зависели. Если вы хотите, кстати, приобрести шевер, переходите на сайт zepsus.com и получите еще скидку триммер в носу и ушах. Если какие-то вопросы будут, задавайте, обязательно поставьте... Значит, ты. Лайк. Переходите и подписывайтесь в инстаграме, потому что я там каждый день закидываю новинки, скидки, розыгрыши и так далее. Так что всегда будьте в курсе. Можете там напрямую написать вопрос, либо заказать там же. Я быстро там людям отвечаю. Не забывайте подписаться и поставить лайк. Обязательно. Просто обязательно. Вроде я вам все рассказал.
все рассказал. А, кстати, кто знает, от чего именно вот эта сеточка? Тоже Андис, от чего? Кто угадает, пишите комментарий. Мне просто интересно, у нас очень много профессионалов просто в интернете. Все, всем пока, хорошего дня, настроения и приобретения много чего.